вы тут ходите? Мы гостя ждем вообще-то. Так, Александр Юрьевич, гость сегодня балдатый. Опять? Какой уже раз? Ёшкин кот, ну как так можно, бездельник? Фу таким быть. А, понятно. Она сама решила распределить, что будет говорить. Ладно, здравствуйте. Здравствуйте. Так уж и быть. Да. Да. Ой, все. Я хочу с патушки. И? Да. Короче, здравствуйте, доктор, здравствуйте, больной. Здравствуйте, больной. Здравствуйте. В этом году в программе «Бесконечные новости» исполняется 5 лет. Расскажите про нее. Стала ли она лучше за это все время? Смотрите, я считаю, что первые выпуски, которые мы делали, у нас были пробные, то есть мы толком не знали, как это делать. Мирослава толком не знала, как себя вести в кадре. Все еще не знаю. А сейчас, мне кажется, качество программы у нас растет, стали лучшие выпуски. Четвертый сезон вообще у нас бахнул. Классно. Вот. Пятый сезон тоже неплохой получается. Вот. Ну, думаю, то, что мы радуем зрителей выпусками. А, это должно быть серьезное интервью, я поняла. Очень серьезное интервью. Ну, понятно. Расскажите про работу в кино. В каких фильмах вы снимались? В разных. Спасибо вам за интервью. Нет, ну смотри. В фильмах разных снимался. Вот. Дашка, мы с тобой снимались в фильме «Пальма 2». Вау. Да, похвастайся. Без тебя. Без тебя. Без тебя. А я учусь. Сняли мы программу «Без тебя». Вот. Дальше это «Лёд 3». «Бременские музыканты». Продолжаем им передвигаться дальше. Ну, то есть во многих фильмах участвовал. Да, понты. Манты. Вкусно. Вкусно. Вот. Во многих проектах участвовал, опыта получал много и делюсь с вами на съемках нашего проекта. Вау. Вот, поэтому мы очень много стараемся. Как вы оказались на съемках в этих фильмах? Я? Очень сильно повезло. Отправил свою анкету фотографии кастинг-директору. Отправил пробы. Ну, вот в сериале «Сальто-Мортале» у меня была сцена с текстом. Я записывал пробы на эту роль. Я играл там униформиста в цирке. В «Лёд» попал чисто случайно. Я думал, что вообще у меня не буду участвовать в этом фильме. Просто просижу на съемочной площадке, в кадр не попаду. Под конец съемочной смены меня посадили с главной героиней. И меня так неплохо было видно в кадре. Ну, немножко не в фокусе, но было видно. На большом экране так классно было. А, и «Бременских музыкантов» тоже себя видел. На большом экране там флажочком. Вот это приключение. Вот это приключение, да. Спасибо вам за такое замечательное интервью, состоящее всего из двух вопросов. С вами была Дарья Белякова, Мирослава Пилипенко, Александр Музаев, и шоу «Бесконечные новости».